Здравствуйте, друзья! В прошлом видео я показывала некоторые низкорослые сорта елей в своем саду. Ну а сегодня хочу продолжить разговор о хвойных растениях и покажу вам несколько сортов совсем небольших и компактных пихт, которые подойдут для оформления любого садового участка. Многие виды пихты – это, конечно, крупные деревья, но также существуют и миниатюрные формы, которые не займут много места и при этом будут обладать внешними признаками, которые присущи крупным сортам. Большинство миниатюрных сортов получены из ведьминых метел. Это такой небольшой участок кроны, где произошла мутация, и на растении образовалось загущение в виде коротких веточек шаровидной формы, которые называются ведьминой метлой. Так, в 80-х годах селекционерами в Германии на пихте была найдена такая же метла и привита на тот же вид. Новый сорт пихты получил название «Blaue Eskimo». Совсем маленький саженец корейской пихты я посадила вот здесь у подножия Альпийской горки в мае 2022 года. Это медленно растущий сорт, и высота растения в 10-летнем возрасте будет всего 20 см, а ширина 30. Ну а в зрелом возрасте максимальная высота достигнет всего 80 см. Крона у нее округлая, с голубоватой хвоей. Сверху, точнее, она серебристо-зеленоватая, ну а снизу серебристо-белая. Сами хвоинки плоские и расположены на коротких побегах. В естественных природных условиях корейская пихта встречается в горах, поэтому очень вынослива. Любит расти на открытых участках, где достаточно солнечного света, и сажать ее лучше в плодородную суглинистую почву. Но после посадки желательно замульчировать приствольную зону. Годовой прирост этой малышки совсем небольшой, примерно 1 или 2 сантиметра. Но за лето видно, что она все-таки немного подросла и заложила почки, из которых в следующем сезоне появятся молодые побеги. Я думаю, что такая миниатюрная красавица гармонично впишется в любой ландшафт сада. Будь то одиночная посадка или какая-то композиция. Тем более, что с возрастом на пихте вырастут фиолетовые шишки, которые дополнят ее милый образ. Этот сорт относится к зимостойкому. Он выдерживает температуру до минус 30 градусов. Но в северных регионах молодое растение, конечно, лучше укрывать на зиму. И чтобы масса снега не повредила саженец и место прививки, можно сделать вот такой небольшой каркас и прикрыть дышащим материалом. Пихта Blaue Eskimo, пожалуй, самое миниатюрное растение в моем саду на данный момент и является изюминкой среди других растений этого каменистого альпинария. Полтора года назад в каменистом ракарии, вот здесь перед домом, я посадила удивительную по своему внешнему виду пихту. Среди других сортов она выглядит очень эффектно и напоминает воздушное облако. Куплен саженец был вот в таком небольшом контейнере и посажен на солнечном месте вот здесь среди камней.
Сорт этот был выведен немецким селекционером Йоргом Кахутом и получил название «Кахутс Айсбрейкер», что в переводе означает «ледокол Кахута». Как и многие миниатюрные сорта, он тоже был выведен на основе мутаций. То есть на корейской пихте Сильберлок селекционеру удалось найти ведьмину метлу, на которой прирост и сама хвоя отличались от Сильберлок. Приросты были короче и гуще, а сама хвоя была вывернута и напоминала по цвету белые кусочки льда. В первый год после посадки из почек наросло много молодых побегов. Они сначала отличались по цвету, были более зеленоватые, но постепенно хвоя приобретала белый цвет с одной стороны. А так пихта выглядит через год, то есть летом в этом 2022 году. Она напоминает миниатюрное деревце с плотной сферической кроной. У нее очень эффектный вид, такая белоснежная с завитками хвоя и словно усыпана инеем. Посажена пихта в почву смеси с садовой земли, перегноя, торфа и песка. И приствольный круг я замульчировала сосновой иглицей. Хвоя у пихты гладкая и мягкая, она необычной структуры, загибается вверх и обнажает белую сторону игл. И за счет такого густого расположения веток деревце имеет форму плотной подушки. Растет она очень медленно и к 10 годам вырастает где-то до 30 сантиметров. Ну а взрослая пихта достигает до полуметра и даже чуть выше. Кора у пихты светло-коричневого цвета, но позже она темнеет. Крона формируется самостоятельно, поэтому делаем только санитарную обрезку. И несмотря на то, что морозостойкость у нее высокая, без укрытия она может зимовать до минус 29 градусов, в первые годы после посадки я ее все-таки укрываю. Благодаря компактной форме эта пихта хорошо смотрится в любой ландшафтной композиции, как в одиночной, так и в групповой посадке. Также в каменистых альпинариях и ракариях. Летом я посадила этот сорт пихты еще в штамбовой форме. Крона у нее не сформировалась, так что буду наблюдать за ее развитием и позже уже расскажу, как она меняется. Еще один карликовый сорт, посаженный в этом же ракарии 2 года назад, это пихта благородная Блаухекс. В переводе означает «голубая ведьма». Сорт этот был получен в Германии из-за природной мутации вида на основе ведьминой метлы. Растет пихта очень медленно и годовой прирост составляет примерно 1-2 сантиметра. Высота взрослого растения достигает 40-50 сантиметров. Сейчас крона у нее не такая густая, но со временем она уплотнится и будет выглядеть в форме приплюснутого шара диаметром около 50 сантиметров. Хвоя у пихты пока серовато-зеленоватого цвета, но позднее приобретет более голубой оттенок. Чтобы в дальнейшем она хорошо росла и развивалась, при посадке я использовала почвосмесь из садовой земли, перегноя, торфа и песка. Еще одна совсем небольшая корейская пихта сорта «Бриллиант» посажена на солнечном участке среди камней. Здесь она растет уже 4 года. Совсем небольшой размер этой разновидности создан самой природой и не является работой селекционеров. У нее плотная крона в виде плоской подушки, в высоту вырастает от 30 до 50 сантиметров и чуть больше будет в диаметре. Хвоя у нее мягкая, густая и плоская, по цвету разных оттенков, верхняя сторона ярко-зеленая, а нижняя серебристого цвета. Ну а молодой прирост имеет более светлый зеленый оттенок. Растет пихта медленно и за год прибавляет всего 3-4 сантиметра.
Ну а в течение лета она закладывает на ветвях много почек, из которых в следующем сезоне уже появляются молодые приросты. Пихта хорошо растет как в тени, так и на солнце. Но на освещенном участке развивается быстрее. А прохладный и влажный климат ей подойдет лучше, чем жаркий. Также она любит дождевание по кроне и не переносит пресыхание почвы, особенно в первые месяцы после посадки. Ей подойдут суглинистые плодородные почвы, которые хорошо пропускают влагу. Формировку кроны за 4 года я ей ни разу не делала. Она сама сохраняет аккуратную компактную форму. Единственное, весной по необходимости провожу санитарную обрезку. Вообще сорт бриллиант устойчив к пониженным температурам. Она зимует до минус 29 градусов, но, как обычно, в первые годы молодые саженцы лучше укрывать. Ну а чтобы снег, который сходит с крыши дома, не ломал крону пихты, я делаю вот такой небольшой каркас, который защищает ветки от повреждения. Конечно, хвойные растения привлекательны на протяжении всего года и украшают сад. Ну а что касается компактных с медленным ростом, то они будут просто идеальным решением для небольших участков. Друзья, спасибо, что заглянули в мой сад, и до встречи!